Здравствуйте! Сегодня в программе «Экзотика» аэросани «Амфибия». Едем, отталкиваясь от воздуха. Идея ездить, отталкиваясь от воздуха, появилась примерно тогда же, когда и появились первые самолеты. Аэромобили и аэросани имели свои достоинства, но и свои недостатки. Один из них – невозможность передвигаться по пересеченной местности и плавать. И лишь недавно аэросани получили приставку «Амфибия». Эволюционирование идеи шло долгим и тернистым путем. Истории ради отметим, что идею стать ветром авиаторы пытались реализовывать даже на дороге. Однако идея аэромобиля оказалась утопической. Минусов куда больше, чем плюсов. Запустить в город десятки тысяч ветров, ну или даже несколько десятков, затея сомнительная. А вот на бескрайних просторах тундры аэросани нашли себя. Молодой Туполев вместе с Сикорским еще до революции начали заниматься аэросанями. А после торжества исторического материализма конструкторское бюро молодого Туполева реализовало эксперимент в серии. Концепция начала века пережила первые пробеги, комсомольское нашествие в Арктику в 30-е, что запечатлено в фильме «Семеро смелых», и даже застало Вторую мировую. Куда ты едешь? Но во время боевых действий стали до конца очевидны недостатки. Огромный расход топлива, сложности с преодолением препятствий, боязнь открытой воды. И это не говоря уже о горючести и невозможности нести броню. КПД воздушного двигателя в этих условиях не превышает 40%, и каждый килограмм веса машины имеет значение. Следующий шаг – идея скрестить плоскодонную лодку, воздушный винт и рули – уже был предпринят много позже окончания войны. Над такими лодками работал и Туполев. А с другой стороны, самопальные аэроамфибии уже вовсю начали строить волжские рыбаки. Идея аэросаней родилась у нас в 99-м году. Однажды, выезжая весной на рыбалку, мы провалились на своем шестиколесном дизельном вездеходе, 10-местном, посередине Волги. А в тот момент, когда мы с трудом его пытались вытащить на рыхлый лед, мимо нас проехала такое убогое суденышко в виде аэросаней с мотоциклетным двигателем, с деревянным корпусом. И в тот момент пришла как раз идея, хватит нам проваливаться, надо сделать такое судно, которое бы, или средство передвижения, которое бы могло двигаться по снегу, льду, воде, переходить из одной среды в другую. И вот с тех пор мы начали постепенно изучать этот вид техники и пришли к той мысли, что наиболее рационально будет сделать аэросани с плоским днищем, с приводом от винта, для того, чтобы свободно можно было двигаться по любой поверхности. Они прошли через фанерные корпуса и мотоциклетные моторы, пока не пришли путем проб и ошибок к нынешней конфигурации. Автомобильный мотор, пластиковый монокок корпус и изюминка конструкции. Двойное мягкое адаптивное днище, на которое у саратовцев есть даже патент. Значит, что оно из себя представляет? Это пластиковый корпус. Под пластиковым корпусом находится 10 пневмобаллонов низкого давления, расположенных от носовой до кормовой части. И, в свою очередь, эти баллоны закрыты полиэтиленом низкого давления с некоторыми присадками. А полиэтиленовое днище закреплено на мягкой подвеске в виде троса к бортам аэросаней. Что получается? Значит, при ударах и наездах на какие-то либо препятствия на поверхности, первые эти удары воспринимает полиэтилен, затем, значит, баллоны, и только потом эти удары передаются на сам корпус пластиковый. За счет этого получается ход относительно мягкий,
судно непотопляемое и позволяет передвигаться как раз-таки вот по тем средам, о которых я уже говорил. Это снег, лед, вода. Можем подниматься на склоны с углом даже более 30 градусов, свободно на них разворачиваться, сваливаться, скатываться с ним, развивать относительно так приличную скорость на пересеченной местности. Но если к идее монокока пришли быстро, адаптивное днище тоже стало безальтернативным, то вот выбор мотора был самым долгим. Остановились на оппозитниках Subaru 4- и 6-цилиндровых. Фирма, которая его выпускает, вообще говоря, является авиационно-космической фирмой. А автомобили у нее, как сказать, побочный продукт. И поэтому весовая культура проектирования двигателя у них весьма высока. Скажем, субаровский двигатель в 2008 году был признан лучшим в своем литраже, 2,5 литра. Скажем, вес нашего москвичевского двигателя при мощности 72 силы 125 килограмм без всего. А 160-сильная Subaru вместе с редуктором в полном оснащении 128 килограмм на 160 лошадей. Естественно, это параметр приличного авиационного мотора. Поэтому и надежность, и мощность – это как раз то, что требуется для аэросании. Но японские мозги, рассчитанные на работу в автомобиле, оказались абсолютно непригодны. Ведь современный мотор получает информацию даже от коробки передач. А тут-то всего этого нет. Пришлось программное обеспечение разрабатывать заново. А вот к четырехцилиндровому мотору подошли мозги от заволжского впрыскового двигателя. Каждый мотор и, разумеется, вся электроника проходит обязательное тестирование с применением телеметрии. «Аэросани Патруль» мы снимали в 2004 году. Тогда мы только познакомились с этой техникой. О ней появилась первая информация. Нам было любопытно. Мы приехали в Саратов. И мы увидели лодку, которая концептуально по сравнению с этой была такой же. Но в ней был еще жив дух самоделки. Был жив дух эксперимента и поиска. Сейчас же лодка оставляет ощущение стопроцентно промышленного, пусть и мелкосерийного образца. И дело не только в том, что появились двери, а создатели окончательно остановились с выбором мотора. Как в настоящем товаре, в промышленном образце, здесь стало куда больше внимания к деталям и деталям приятным. Лодка по-прежнему управляется минимальным набором инструментов. Автомобильный руль, педаль газа и, пожалуй, все. Но появились приятные мелочи, вроде стационарного переговорного устройства для членов экипажа, как минимум для двух из них, для пилота и переднего пассажира. А во-вторых, это, наверное, куда более важно, вот эти самые двери позволили сделать салон по-настоящему теплым. И помимо штатного отопителя, сюда можно поставить еще два автономника. Один для двигателя и другой для салона. То есть в этой лодке теперь можно ночевать даже на льду. У нас за спиной 210-сильный шестицилиндровый оппозитник Subaru, так что ключ на старт. Между прочим, мы взяли с собой прибор GPS. Максимальную скорость на лодке в этой конфигурации еще не замеряли, так что можно считать нашу поездку еще не своеобразным испытанием. Патрули невозможно. Но если скользить по горочке, то можно въехать на довольно крутой склон по диагонали. Причем удивительно, насколько лодка, плоскодонная лодка, цепляется за грунт и умудряется на нем удерживаться. Но на самом деле Косогоры – это больное место аэросаней. Конечно, плоское днище подходит для езды по пересеченке лучше, чем лыжи. Но есть еще одна проблема. Это невысокий КПД винта. И его приходится компенсировать мощностью мотора. Мощность аэросаней должна быть достаточно велика. Во всяком случае,
Соотношение 3,5 килограмма веса аэросаней на килограмм тяги – это предел. Дальше она вверх уже не поедет, машина. То есть это будет машина, которая двигается по горизонтали. Но малейший подъем для нее будет последним. Вот. То есть мы вынуждены были увеличить энергоемкость нашей машины, энергооснащенность, вернее сказать, до фактически самолетной, хорошего пилотажного самолета. А в таком случае она едет на подъем до 30 градусов совершенно свободно, и водитель уже ничем не озаботится. А на склоне держится за счет большой площади рулей, то есть так называемые перекрестные связи. То есть просто даешь руля и включаешь обдув рулей винтом. И машина вполне прилично держится на склоне. И тоже никаких проблем с управляемостью нет. То есть нужно просто научиться водить. Обратной стороной медали расход топлива – 20 литров в час. По автомобильным меркам это запредельно. Однако люди, владеющие катерами, скажут, что это приемлемо. Разумеется, если идти по ровной поверхности в среднем режиме, то расход будет меньше. А в остальном что-то очень похоже на езду по пустыне на машине. Нужно максимальный газ давать при въезде на склон, а потом на перевальчике резко его сбрасывать, чтобы не ухнуться. Потому что патрулю категорически противопоказаны прыжки. Того нужно внимательно смотреть, что находится под снегом. Железобетонные конструкции, камни, деревья. Это все то, что подобные лодки очень и очень не любят. Кстати, к вопросу о деревьях. Хотелось сказать, выросли эти деревья как из-под земли. А откуда же им еще расти? Хорошо, что самое большое и толстое оказалось совершенно гнилое. А вот у меня был вывернутый руль, полный газ. Почему она ехала прямо вниз все равно? Ну, потому что, во-первых, здесь едете вниз, она идет. Ну, под уклон, вниз, да, но все равно. Уже скорость набрала. Ну, насчет полного газа, наверное, он был не полный. Не полный? Да, надо было рывок сделать, потому что уже скорость была набрана, надо было газануть, чтобы ее толчком развернул, даже, может быть, сбросить и газануть. Тогда строй газа ее корму как-то забросил. Ну, понятно. А так она как корова. Ну, хитрость, да. Как корова, пошла вперед. А я тормоз ищу, главное, я в пустоту бью ногой, ищу тормоз уже вот в конце. Вот. Не, ну когда деревья уже валить начали, уже все, уже. Понятно. Я уже ищу я тормоз. Пытаюсь да. замку зажигания пробраться, заглушить. Надо помнить, что здесь нет педали тормоза. Мы это уже выяснили. А поэтому со скоростью нужно быть очень и очень осторожным. Особенно там, где много препятствий. Работать газом нужно просто филигранно. Поскольку предсказать скольжение лодки довольно тяжело. Это нужно чувствовать на интуитивном уровне. И вот это именно то, чего тогда мне так и не хватило в тех самых лесопосадках.